Всем привет, с вами Александр Птичкин, основатель сайта multiroki.ru. Сейчас вы смотрите второй урок, в котором мы разберемся, что такое перемены в JavaScript, как они правильно записываются, зачем они нужны, и математические операции с этими переменами. Ну и так еще по мелочи, чтобы вливаться в курс дела. Итак, для тех, кто к нам только присоединился, 10-секундное вступление. Для того, чтобы не затягивать каждый урок, в том числе и второй урок, мной был создан самый первый базовый урок. Их можно взять из раздела создание игр, базовый курс JavaScript. Вот первый урок. В нем была рассказана вся база по установке всех программ, которые мы поставили, настройки рабочей местности для программирования, и в нем мы даже создали свой самый первый код. То есть от него мы отталкиваемся. Поэтому если вы не понимаете, что происходит сегодня здесь и сейчас, посмотрите первый урок, а после просмотра первого урока вы можете переходить к абсолютно любому уроку, потому что фактически они будут не взаимосвязаны друг с другом, и в них разбираются отдельные тематики. Ну что ж, а мы с вами начинаем, как всегда, с раздатки, которую вы можете скачать в описании к каждому уроку. Также ссылка на первый урок будет представлена в описании к каждому уроку. Но об этом во всем было рассказано, опять же, в этом первом уроке. Итак, поехали. Я открываю новую вкладку. Вот наша раздатка, чистые файлы. HTML-файл я перебрасываю в окно браузера, чтобы смотреть результат. А файлы JavaScript открываю в программе Bluefish, которую мы установили в первом уроке. Итак, пол экрана компа на Bluefish и половинку экрана компа, сейчас поделим так ровно, чтобы было, половинку на браузер. Отлично, можно изучать переменные. Давайте я просто пропустил пару строк, чтобы не летиться там в уголке. В этом уроке я поступлю очень интересным образом. Я не буду в начале урока рассказывать, зачем нужны переменные. Потому что у нас пока нету кода, на котором можно это показать, и нету конкретных примеров, поэтому будет не очень понятно. Поэтому давайте объяснение, зачем нужны переменные, я перенесу в самый конец урока. А вы пока просто априори поверите, что без переменных в JavaScript никуда, что это очень важные вещи, без которых просто кода не будет. Ну что ж, а теперь поехали. Давайте я сразу запишу переменную, и на основе ее буду уже вам рассказывать. Так будет удобнее, чем я буду писать вот в таком ключе var, потом объяснять, что это такое, потом еще кусочек напишу, еще объясню. Давайте целый концепт. Итак, пишем var, пробел, затем имя переменной. Например, я поставлю ddd равно и чему оно равно. Например, число 20. И точка с запятой. Не забывайте, что в JavaScript принято каждую строчку заканчивать точкой с запятой. То есть иногда может сработать, иногда может не сработать, если вы не поставите. Но привыкайте ставить. Итак, а теперь время рассказа. Смотрите, по ходу моего рассказа вы можете как-то комментировать то, что я делал. Например, я сейчас скажу, что с помощью var объявляется переменная, и вы бы хотели это записать. Ну, вы берете такие и пишете там с помощью и так далее. Но если вы так напишете что-либо по-русски, либо вот в таком ключе, нам браузер выдаст ошибку. Давайте правой кнопкой мыши на окне браузера нажмем. И выведем консоль себя, консоль с ошибками. Все это мы делали в первом уроке. И обновим, посмотрим. Видите, у нас ошибка, непонятный символ. Так делать, естественно, нельзя, ни на каком языке. То есть, если это JavaScript, значит, здесь все должно быть написано на нем. Так вот, чтобы сделать комментарий, делается очень просто. Два правых слэша, вот так вот. И тем самым, все, что после них, вся строчка дальнейшая, она выбивается и становится комментарием. То есть можно вот так вот нажать, и тогда вся эта запись вообще будет комментарием. Вот и все. Запоминайте этот момент и комментируйте то, что я вам рассказываю. Так вот, вы можете записать первое, что с помощью команды var объявляется переменная. Мы пишем var, и у нас объявляется абсолютно любая переменная. Затем идет имя переменной. Имя переменной не может начинаться с какой-либо цифры. То есть если я напишу вот так вот, то мы увидим в браузере ошибку, что такого быть не может. И давайте для наглядности, чтобы уж точно видеть, что мы делаем, я пока сотру единицу. Помните первую команду с первого урока? То есть та команда, которая позволяет нам отрисовать вот это число 20, например. Давайте ее с вами выведем, чтобы просто наблюдать еще раз. Чтобы наблюдать не только ошибку, а то, что данные пропадают, что у нас действительно идет ошибка. Так, document write. Вот так вот. И в круглых скобках, так как это не текст, так как это не строка, мы просто указываем имя переменной. Пока. DDD. Вот так вот. И вот мы увидели наше число 20. Отлично. Итак, как я сказал, нельзя начинать с цифры. Начиная с цифры, у нас будет ошибка.
И ошибка у нас будет не только в том, что мы назвали переменную с цифры, но и то, что мы хотим вывести переменной, которая теперь не существует. Такого имени у нас больше нет в тексте. Так что здесь на самом деле тоже возникнет ошибка. И если мы даже напишем так, то первая ошибка, она уже сработает и не покажет нам вторую. Хорошо. С чего же можно начинать перемены? Переменные можно начинать только с английских букв, либо можно начинать со значка доллара, либо можно начинать вот с такого подчеркивания. Это тоже является корректной переменной. И если я сейчас сохраню, то теперь нам здесь в консоли выведется вторая ошибка, другая уже ошибка. Здесь, кстати, точку с запятой надо поставить, что такой переменной у нас не существует. Мы хотим вывести то, чего нет в программе. Поэтому сюда нужно перенести имя этой переменной. Я надеюсь, я рассказываю не быстро, и вы успеваете понять, что к чему. Теперь не будет ошибки, и как видите, мы уже видим наше число 20, которое заложено в этой переменной. Так вот, вы запомнили, с чего можно начинать переменную, то есть переменная начинается с букв, а потом вы можете писать уже что угодно. Цифры, подчеркивания, хоть 2, хоть 3 подряд, хоть значки доллара. Все это можно будет писать, и все это будет переменная. Вот такая переменная, которую я сейчас здесь сделал такой бардак небольшой, она тоже имеет место быть. И если я вкопирую вот сюда, то мы также увидим число 20. Хорошо, с этим мы разобрались. Какие слова еще нельзя писать в переменной? В переменной нельзя писать зарезервированные слова за языком JavaScript. Например, return. Мы его с вами изучим, когда будем писать функции. То есть в дальнейшем уроке мы будем изучать функции, и нам вот это слово return поможет в этом. Так вот, если я даже перенесу это словечко вот сюда, чтобы вывести наши переменные с таким-то именем, то у нас тоже возникнет ошибка. Это слово зарезервировано за JavaScript. Есть слов 10 зарезервированных, поэтому вы можете это дело нагуглить сами. Я вам лишь рассказываю базу, с которой нужно стартануть. Итак, самое надежное написать имя переменной – это просто английскими буквами русские слова. Например, можно написать «вперед» вот так вот. Вперед. И значение 20. Вот это адекватная переменная, которая у нас будет выводиться. Вот и все. Это будет самое надежное вам на первое время. А потом вы уже будете писать какие-то перемены покороче. Там x1, x2, например. Все, что вам будет понятно. Итак, чему могут равняться переменные? В JavaScript не надо указывать, какую переменную вы заводите. Вот в некоторых половине языка программирования нужно, например, указать, что это integer равно и чему-то. То есть integer – это целое значение. Вот эта вот штука – это int. Можно вот так вот сокращенно еще написать. То есть это целое число. Оно делится на 2 без остатка. Но в JavaScript этого указывать не надо. Мы просто пишем var, просто пишем какое-то название переменной и просто указываем то, чему равняется эта переменная – числу. Хорошо. Целому числу. Также есть число и с плавающей запятой, называется float. Вот так вот пишется float. Что это такое? Это какое-то дробное число 20 и 1 десятая. Вот это уже явно на 2 не делится никак. Следующий тип переменной. Кстати, имена переменной нужно менять. То есть два совпадения имени переменной быть не должно. Опять же возникнет ошибка. Давайте имена покороче. Пусть будет это dd1 переменная, а это будет DD2. Итак, мы будем с вами сегодня продолжать. Итак, я копирую себе еще эту строчку. И следующее – это строка. Например, строка. Как вы знаете, строка записывается либо в одинарных, либо в двойных кавычках. В строку можно писать какое-то слово. Например, Саша. На любом языке. Итак, сокращенно это str от слова string – строка. Имя переменной тоже меняем, чтобы не было совпадений. Следующий и последний тип переменной – один из последних типов перемены, которые мы сегодня изучим, это булевые значения, правда либо ложь. Записывается очень просто. Вот так вот, false. И заведем еще одну себе переменную. Это true. Вот в таком ключе записывается. Это надо для того, чтобы в дальнейшем, когда мы в следующих уроках будем писать условия, что мы проверяли, а правдивое это значение, либо ложное. Итак, с этим мы разобрались. Каким образом еще можно записать переменные, чтобы это было удобно и не занимало много места? Смотрите, есть такая очень удобная форма записи. Ее, конечно, вам поначалу использовать не надо, потому что если вы напишете, как я сейчас сделаю, как вам покажу, то будет полный бардак. Поэтому пишите красиво, размашисто, чтобы все было видно. Потом за вас интерпретатор, через который мы в конце этого урока прогоним,
прогоним наш весь код, он сам соберет и сделает то, что я сейчас вам покажу. Вот смотрите, есть такая удобная запись. Я пишу var, а теперь делаю следующее. Var dd1 равно 20. Ставлю запятую и поехали дальше. dd2 равно... То есть, видите, идет такое перечисление. Мы один раз написали своим var, а в дальнейшем мы просто переменное значение, вот и все. Давайте последнее скопируем. Вот так вот. И ставим точку с запятой в конце. Вот такая удобная запись позволяет нам не писать каждый раз var, var, var и так далее. Чтобы у нас пока не вывелось никакой ошибки, и мы проверили, что и это работает, и это отдельно работает, то давайте сделаем следующее. Здесь, во-первых, укажем хоть какую-нибудь переменную, корректную, которая у нас есть. У нас есть dd1. Хорошо. Это первое. А второй, о котором мне хотелось поговорить. Ну, во-первых, давайте закомментируем и проверим, что вот это все у нас работает. Просто работает. Отлично. Если мы захотим вывести, например, переменную dd3, мы пишем имя, которых переменные хотим вывести, и увидим Саша. Все отлично. Так вот, помимо того, что мы можем написать комментарий на каждую строчку, вот мне бы, например, смотрите, сейчас уже хотелось бы раскомментировать это, чтобы вам показать, что это все работает. А вот это все закомментировать. Как? Ну, скажете, ну ты же типа только что объяснял, надо ставить вот такие штуки, то есть правый слыши по 2. Да, это будет все корректно вроде бы, и все сработает, но это долго и нерационально. Есть способ быстрее. Чтобы закомментировать группу, некую группу, которая стоит подряд, можно воспользоваться следующим способом. Ставим правый слэш и звездочка. А затем в конце, где надо завершить, наоборот, звездочка и правый слэш. Вот и все. И вся эта часть кода у нас теперь выпала и стала комментарием. Теперь я могу вам четко показать, что вот эта фигня у нас тоже работает. И мы увидим с вами также Саша, потому что это также та же самая запись. Хорошо, давайте сейчас я ее удалю, чтобы нам не мешало, потому что все-таки пока учитесь, пишите размашисто. Итак, какие операции можно совершать с переменными? Умножение, деление, вычитание, брать корень квадратный, да все что угодно. Все операции, которые есть в жизни математической, все можно делать. Как это делается? Давайте заведем с вами некоторые переменные. Завели переменную, дали ей какое-то название, пусть будет переменная А. И теперь что нам будет делать? Смотрите, мы не можем складывать число с именем. Это две вещи, которые нельзя сложить. Не можем складывать число со значением ложь либо правда. Но мы можем складывать числа, поэтому давайте какие-то операции делать между переменными dd1, dd2. Хорошо, например, сложение. Записывается очень просто, вот так вот. dd1 плюс dd2. И здесь мы хотим вводить теперь только переменную а, чтобы посмотреть, чему она у нас там равняется. Так, вот так вот. Ну, несложно догадаться, что получается 41. То есть давайте поверим программе, действительно получается так. Если мы все это дело умножим, это просто звездочка за умножение отвечает, то 402 получается. Ну, я взял сложные числа, но я думаю, что вы верите, что именно так и выходит. Если нам нужно деление, то просто слэш ставим. Если нужно вычитание, как вы догадались, знак минус. Не будем уже проверять, я взял сложные числа, в уме их мы не посчитаем, но поверьте, что все работает. Хорошо, а можно ли как-то взять корень квадратный из числа? Да, можно взять и корень квадратный. Давайте, например, из числа 25, мы все прекрасно знаем, что из 25 квадратный корень это будет всего лишь 5. Поэтому смотрите, есть такая форма записи. Я вам лишь сейчас делаю набросок, который вы потом уже нагуглите сами. То есть я показываю лишь базу, как это все работает. Все команды, естественно, я рассказывать вам не буду. Пишем, давайте пропустим немножко места, вот так вот. Пишем ms, ставим точку, и здесь пишем sqrt, вот так вот, sqrt. Теперь в круглых скобках указываем то число, от которого мы хотим, ну, название этой переменной, которую мы хотим взять квадратный корень. И вот что у нас с вами получается. У нас получится число 5. Пока у нас ничего не получилось, потому что mess пишется с большой буквы. Обратите внимание, в JavaScript это очень важно. Я специально допускаю такие ошибки, чтобы еще раз вам на это указать. В нем очень важен регистр буквы. Большая буква, либо маленькая буква. И обратите внимание, как только я написал большую, сразу эта строчка кода подсветилась синим, что есть даже такая команда. Вот. Все отлично, у нас получается 5. Если мы здесь введем что-то, что не сможем посчитать вручную, корень квадратный, то нам программа выдаст вот такой вот корень квадратный из числа 20.
тот же самый регистр, о котором мы говорили, относится и к переменным, потому что переменная, например, DD1, и если мы запишем вот в таком ключе, D большая, потом D маленькая 1, это уже будут две разные переменные. То есть следите за этим тоже внимательно. Итак, давайте вернем все, как и было, и продолжаем. Кстати, я забыл сказать вам еще об одной важной операции математической, которую можно проделывать. Давайте я корень уберу. И смотрите, а можно ли как-то узнать, вот число 20 целое, либо дробное число? Да, можно. Для этого есть оператор, который высчитывает остаток отделения, показывает остаток отделения. Записывается он просто значком процента. Процент 2. То есть, грубо говоря, мы нашу переменную делим только не через значок деления, а через процент на 2. И если в остатке будет 0, значит это целое число. Вот можно сейчас сохранить, и вы увидите, что здесь будет значение 0, потому что 20 делить на 2 будет 10. То есть нет остатка, значит это целое число. И вот таким способом мы можем проверять целое число, либо дробное, чтобы уже в дальнейшем принимать какие-то дальнейшие условия. Ну что ж, у нас теперь набрался код, и самое время рассказать, а нафига нужны переменные в JavaScript. Смотрите, все очень просто. Первое, зачем нужно, это вот когда мы здесь выводили просто слово, да, там «Привет, мир», либо «Саша» выводили, вот такое стационарное забитое слово в кавычках у нас было, вот так вот, то вроде бы все хорошо, но это чисто слова, это какие-то стационарные значения, которые в жизни никогда не меняются. Но, как вы заметили, переменная – это совсем другое. То есть сейчас в коде мы очень часто рассчитывали переменную «А». Она у нас здесь была вбита на вывод, и мы все время видели, какие-то меняли значения. То выводили 20, то корень из 25, то вот теперь 0 вывели, остаток отделения. То есть представьте, что вот эта команда зарыта где-то там в конце кода. Код может быть большой. И поверьте, не единственное место, где может использоваться переменная DD1. Она может быть прописана еще где-то. Поэтому для удобства вы можете завести какую-то переменную, присвоить ей какое-то значение везде по коду, где надо. Вот, например, DD3 может быть равняться 30, умноженное на переменную DD1. А почему бы нет? Ну, допустим, если вам в дальнейшем придется поменять значение 20, то вам не придется перерывать весь код, чтобы найти везде это DD1. Ага, здесь типа поставим 20, и здесь 20 поставим, и здесь 20. Блин, 20 не пошло, значит 19 надо прописать. Это очень глупо. Поэтому распихиваем сначала просто переменные везде для расчета, заводим где-то себе эту переменную, обозначаем, что она равна 20. И когда мы здесь захотим 19, мы просто напишем 19. Она разойдется по всему коду сразу, и это будет на порядок удобней. А после окончания создания вашей игры, либо полноценного кода, вы уже сами примете решение, оставлять переменную, либо достаточно действительно ввести 19, и этого вполне хватает. Это первый момент. Но обратите внимание, что переменные, почему мы так бьемся за то, что они были бы, либо их не было, это все память. То есть любая переменная, она занимает какое-то некоторое количество памяти в оперативной памяти компьютера. Это первый момент. Второй, естественно, момент. Мы не можем никак обойтись без переменной, если эта переменная в ходе кода, в ходе расчета меняется. Она может принимать истинное значение, может принимать ложное значение, одна и та же переменная, естественно, может принимать какое-то число, строку и так далее. То есть, если эта штука все время меняется, то, естественно, без переменной никуда. Это второй момент. И третий момент. Я покажу уже на примере игры. Мы с вами создавали в одном из уроков по созданию игр на языке JavaScript вот такую вот игрушку, Runner создавали, в которой наш человечек бегал, вот, разворачивался вот в таком ключе. Да, и вроде бы все хорошо. А вот если посмотреть на этот код, вот стационарный код игры, который я сейчас вам показал. Мы это все с вами создавали, ничего сложного здесь нет. И вот здесь заведены некоторые переменные, как вы теперь уже можете это видеть. Скорость чему-то равняется, переменная dx чему-то равняется. Это все обычные переменные. Так вот, вот сейчас на самом деле одному богу известно, где эта переменная зарыта и за что она отвечает. Даже я вам сейчас уже не скажу, это надо вспоминать. И даже если она занимает какое-то некоторое место в оперативной памяти компьютера, все равно ее стоит иметь в виду, потому что очень удобно из одного места всегда менять. Даже когда вы запустили игру, если вам что-то не понравилось, вы обратились к этой переменной и изменили ее. Например, она отвечала за гравитацию в игре. Поэтому очень удобно изменить одно значение, и по всему коду оно разойдется, и
вы создадите игру, будете настраивать ее гораздо быстрее. Поэтому некоторые переменные вы даже можете вот в таком ключе бросать. Ну, конечно, все зависит от ситуации. Надо вам это, либо не надо. Вы всегда можете сохранить исходный код себе, а в мир выпустить уже скомпилированный код. А как выглядит скомпилированный код, я вам тоже обещал показать. Давайте весь наш вот этот код на JavaScript попробуем скомпилировать. Ссылку на сайт я вам дам, куда я сейчас зайду. То есть я захожу, естественно, на свой сайт. Просто на статью, в которой у меня этот компилятор лежит. Спускаюсь ниже, и записки хакера я разместил здесь. Очень удобный идентификатор для JavaScript. Мы переходим по ссылке, которая в этой статье. И вот здесь вбили весь наш текст. Смотрите, что мы получаем на выходе. Помните, мы в самом начале урока изучали линейную запись var, потом переменная равно, запятая, переменная чему-то равняется, запятая. И видите, он даже прибрал все пробелы. То есть вот так выглядит реальный код JavaScript. Без пробелов, без лишних слов var и так далее. То есть вот такой код, он рабочий. И он будет прекрасно работать. Мы его можем сюда перенести. И видите, это всего лишь одна строчка. Она также будет прекрасно работать. Вот в таком ключе. И обратите внимание, что компилятор убрал все комментарии. То есть он убирает все и оставляет чистый код. Поэтому вам особо запариваться не нужно писать в таком ключе, как я сказал. Пишите красиво, размашисто, чтобы вы понимали, что происходит. А потом за вас уже все сделает компилятор. Вот и все. Ну что ж, а на этом я завершаю этот урок. Я надеюсь, что у вас все получилось. Смотрите новые уроки по созданию игр на JavaScript, либо базовые уроки по созданию игр на JavaScript. И подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых уроках. Пока!